И сразу же поклевка, как только дна коснулся, такой удар! Друзья, я тут в Владивостоке, и я уверен, будет очень много новых интересных рыб, очень много новых интересных мест, друзей. Друзья, владивостокские приключения продолжаются, естественно, рыболовные. Мы идем с Максом на мыс Табизина. Мыс Табизина – это такое какое-то сакральное место. Будем надеяться на клев. Тут все в тумане, вообще погода, конечно, владивостокская непредсказуемая. Только-только вот было солнце, бабах, туман накрыл. Но мы этого не боимся. У нас с собой спиннинги, катушки и приманки, которые мы сейчас будем скоро бросать в воду. Ребята, смотрите, что за зверь за нами идет. Рыбки, наверное, хочет. Вообще, просто природа сумасшедшая. Лисы какие-то, тут выдры, блин. Всякие белки, я вообще, короче, в шоке. Вот такие доты, ребята, тут стоят с давнишних времен. Да, остров русский. Это вам не хухры-мухры. Главное, чтобы дождь не пошел. Глубина небольшая же. Да? Вот я здесь вижу. Здесь небольшая, там. Ну вот и все, ребятушки. Вот он, мыс Табизина. Вон там маяк. Плато. Каменное базальтовое плато. Очень круто. Вот здесь свал, да, получается? Вот здесь свал. Ага. Ну все, ребят, наконец-то дошли, снаряжаемся, сейчас быстро-быстро-быстро снаряжусь. Ничего не самое, решил не экспериментировать, тяжелые пелькера не брал, взял 2,8 Resonance от Тайка и буду кидать джиг, там 20-24 грамма головка, вот, в надежде на донного хищника. Шлегель я еще не брал, вот шлегеля хочется. Так, ну что, головка от Фанатика, у меня, по-моему, есть, кстати говоря, гоби оснащенный уже, ну, гобик. Оснащенный. Ветер прям сильно мешает. У меня есть. Ребята, не клюет. Не Табизина, ни одной поклевочки, уже вечер. Покидали мы так, ну, немного, в принципе, но как бы нормально. Все, до завтра. Завтра, наверное, под мост. Под мост на русский остров. Я нахожусь на острове Русский. Сегодня будет рок-фишинг. Рок-фишинг в истинном понимании – это охота за мибару, за донным окунем японским. За моей спиной находится мост как раз на остров Русский. Мы сейчас вот только подъехали. Вот. А место, где мы будем ловить – это
чуть ниже моста, там под колоннами, там есть такая насыпь гранитная. Вот, очень интересное место, очень перспективное, и я надеюсь, что сегодня будет хорошая рыбалка. Ребята, идем до точки. Осталось чуть-чуть буквально. Тут на самом деле недалеко, очень так удобно сделано. Сюда раньше можно на машинах было заезжать, но потом запретили. Потому что, ребята, мусор убирайте за собой. Так, ну что сказать по рыбе? Мибару, само собой. Макс, какая рыба еще есть? Ну, здесь мы ловим сезонно. Но в основном в приоритете, как всегда, ну, это, естественно, мибару. Вот, окунь шлегеля темный. Есть полосатая марулька. Очень вкусная рыба, но, к сожалению, вся выбита, и поймать ее – это большая удача, так же, как и шлегеля. И терпук, да? Да, и есть терпук. Терпук здесь есть, который отсюда не уходит, оседлый. Вот. Еще так называемый ленок у нас в простонародье. По осени сюда приходит терпук с глубин. Ну и здесь рыбалка на терпуга прям очень увлекательная, можно поймать по 30 хвостов за раз. О, как, ребята! Вот также здесь, в этом месте, ловят и сему, в принципе, но поимки разовые, очень редко. Мы называем это охота за единорогом. Потому что его нету. Да. Короче, вот. Ребята, все будет нормально, рыбалка будоражит очень, так что увидимся уже на точке. Ну что, ребят, побежали. В этот раз мы решили зайти с другой стороны моста, так сказать, разведать обстановку боем. План был обойти насыпь по кругу. Наиболее интересная для меня точка находилась прямо под мостом. Да, ребят, хорошее место такое. Да. Клевосик. Там отмель какая-то. Да, я думаю, надо дальше. Да, мне тоже так кажется. Понятно. Не, глубина здесь нормальная, кстати. Не барик, наверное. И меня.
Мелкое что-то, ребят. Ага. Ну вот, смотрите, какой мибарик, да? И какая приманка огромная. Вот вам и рокфишинг. Ой-ой-ой, ушел. Ну вот. Пошло дело. Ах ты! Он даже без поклевки присел. У меня приманка больше, чем он. Сейчас была поклевка, ребят. И хвост харбышки. Ну все, и нет хвоста. Хотя, в принципе, что, можно и так кидать. У меня и так слаг был. Главное, что он играет там червячком. Ну что, ребят, нормально так начали рыбалочку. Клев есть. Мы уже взяли тут по паре-тройке мибариков. Вот, но это не сильно интересно. Хочется поймать что-то такое посерьезней. Хочется какого-нибудь такого терпуга или что-то такого черного этого окуня. Побольше размером, ну хотя бы на киложку. Вытащить. Ну вот. Ну, в общем, перемещаемся, короче. Сейчас вот под мостом будем. Мост вообще потрясающий. Просто виды такие. Кайф. Ну ладно, смотрим дальше. Что, здесь, да? Ух ты, поклевка еще раз! Еще раз поклевка! Клюет, блин. Да, есть. На выбросе. Ну, его, наверное, сместило как бы туда, к свалу. Что-то есть вроде. Да, мибарик. До свидания. Мибарик опять. Ребята, не писал я, ладно. В общем, взял мибар. Здоровый. Прям реально трофей. 20 сантиметров. Больше даже чуть-чуть. 21 сантиметр. На снасти гуд. Ну ладно, не последний раз. Иди, спасибо тебе. 24 грамма грузик от Фанатик. Виброфетик. 4 дюйма зайдет отлично по толстым мибарям. В кислоте.
кайф. И сразу же поклевка, как только дна коснулся. Такой удар! Что-то серьезное! Что-то серьезное, ребят, как только дна коснулся, грузик. Терпук! Хороший! Терпужина! Фу, ребята! Вот это да! Кабанчик. Вот это да, ребята! Ух ты, зубы-то какие у него! Его смотрел. Блин! Ребята, вот это да! Вот это рыбалка! Хороший терпок, такой, наверное, грамм, ну, 800-900. Толстенький. Что, забираем? Конечно. Конечно, забираем! Конечно, забираем, да. Есть пакетик? Ну, ребята, я не ожидал, конечно, что я возьму такого зверя здесь. Такое ударище. Вот на выбросе, как только приманка коснулась дна, такой прям дэщ. Я думаю, ничего себе, мибару влупился. Я думаю, может, какой-нибудь бычок. А так, ну, сопротивление хорошее. У меня даже фрикцион немножко сработал пару раз. Что это такое у нас, ребята? Это Фанатик груз 24 грамма и Vibra Fed от Crazy Fish. Рыбалим дальше. Вот он! Поклевка была.
Вот это поклевос, ребята, сейчас был. Это, походу, мибарик. Походу, мибарик. Нет, второй терпок. Второй! Да, ребята, это вот то, что Макс говорил, так называемый ленок. Вот, не знаю, что это такое за рыба, я потом узнаю, обязательно напишу. Вот, а сейчас мы его, конечно, отпустим, потому что он довольно маленький. И это, опять же, фанатик, и фанатик груз, и виброфет от Crazy Fish. Давай, иди, оба. А у тебя сколько он грамм? 24. 8? А? 8? Конечно, уносит. Вообще в легкую, я вот сюда кидаю, и он вон там вот оказывается. Нет. То есть осталось только шлегеля, да? Шлегеля и полосатую марульку. Поклевка. Поклевка. Еще. Сразу же поклевки. Прям одна за одной. Там такая стая, видимо, тусит. Да. Я вот буквально до дна, там 2-3 штука. Ну что, ребята, эта тактика принесла свои плоды. Хорошего терпушка получилось взять. Этого леночка тоже. Леночек соблазнился. Мибарку хороший тоже сел. Я прям сейчас. Но до позднего вечера в этот день я оставаться не стал. В 6 часов утра я уже ехал на другую рыбалку. Увидимся с вами в новом выпуске, друзья. Всем пока!